На выставке CES в этом году Hyundai Motor продемонстрировала систему eCorner, которая позволяет выполнять нестандартные задачи на дороге и парковке. В том числе движение в режиме краба, разворот по зафиксированной передней или задней оси. Модуль, как и функция Crab Walk в Hummer EV, позволяет колесам автомобиля поворачиваться в сторону, что невозможно в транспортном средстве с традиционной системой подвески. Поэтому это позволяет производить маневры, которые недостижимы на других авто. К примеру, параллельная парковка – это так же просто, как повернуть колеса на 90 градусов и вести автомобиль горизонтально. Менее практичная, но столь же интересная функция eCorner позволяет автомобилю двигаться по диагонали и вращаться на месте. Можно даже выполнить поворот на месте. Эта система специально предназначена для гибридных автомобилей, электромобилей и машин на новых топливных элементах. В ней используются 4 колеса мотора, руль с электронным управлением и электронные амортизаторы, интегрированные в каждое колесо, полностью отличающиеся от традиционного шасси. Каждое колесо может ускоряться, тормозить и управлять независимо. Система полного привода выйдет на новый уровень. Система может быть адаптирована к разным транспортным средствам, от внедорожников к компактным автомобилям среднего размера. Однако разработчики предупреждают, что в небольших автомобилях это может привести к банальной нехватке места внутри машины. Технология была создана силами подразделения Hyundai Motors. При этом не будет странно, если другие автопроизводители также будут внедрять эту технологию в свои авто, поскольку подразделение производит детали для и других компаний, а не только для Hyundai. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, это лучшая благодарность от вас. До скорой встречи!